Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 91-м году ушел из жизни советский российский актер театра и кино Николай Сморчков. Николай Гаврилович Сморчков родился 9 августа 1930 года. В 1953 году он окончил МГИК. Работал в театре студии киноактера киностудии «Мосфильм», где трудился на протяжении почти 40 лет, до 1990 года. Сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах. Мастер эпизода. Сыграл в лентах «Сельский врач», «Верные друзья», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Война и мир», «Путь Сатурна», «Джентльмены удачи», «Дни турбиных», «Один без оружия», «Небеса обетованные», «Антикиллер», всем известный сериал «Дальнобойщики», «Висяки», «Барвиха» и «Лесник». Умер 7 марта 2021 года в Москве. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.